В Москве обнаружили очень интересный и красивый 115-летний замок с башнями. Случилось это в телеграм-канале «Москва было-стало». И это один из самых красивых домов предреволюционной Москвы. Находится он в Отковском переулке, это между Савеловской и Менделеевской. Примерно проектировал и строил его Александр Зеленко в 1907 году по заказу известного тогда педагога Станислава Шацкого. Там была... То есть это рядом с нами, а я не могу вспомнить этот дом. Да, да? Я тебя отведу туда. Mm-hmm. Ну, смотрите, Станислав Шацкий известен тем, что он занимался воспитанием детей из бедных семей, организовал общество по образцу североамериканских детских общин. И там были всевозможные кружки, библиотека, театр. Особенно прославилась там обсерватория, кстати. И ну, во многих это было революционное такое здание, потому что сам Шацкий был пионером дополнительного образования. Вот это все продленка, кружки, чтобы дети развивались и так далее. И надо сказать, что когда они встретились с Александром Зеленко, конечно, вот этот вот замок такой был, понимаешь, это как раз было воплощение мечты. То есть некий сказочный такой дворец пионеров. Да, он впоследствии стал, кстати, дворцом пионеров. Они собирали деньги среди московского купечества тогда. На целых 40 тысяч рублей покупали специально под него землю. В итоге там был дневной приют для приходящих детей, общество попечителя, значит, обедных, ремесленные курсы. Ты подними уже свой телефон и читай нормально. Смотрите, мы до конца, конечно, не раскроем, потому что... Ну, сходите сюда, история, посмотрите. Да, сходите, как минимум. Мне вот этот заголовок понравился, что в Москве обнаружен. Обнаружен, да, еще такие. Ходили. Да, да, ходили. По своим делам. Не так, обычно, знаете, прошел сильный ливень, и он смыл наслоение, и вдруг обнаружился замок. Вот так вот это обычно происходит. А ведь, знаете, для многих москвичей именно так, вот так оно и бывает. Скажу я вам честно, ведь да? Я ведь тоже для себя продолжаю обнаруживать многие вещи в городе, в котором я родился и вырос.